Геральт! Не слушай этого долбаного жулика! Что случилось, Талер? Наверняка он в этом замешан. Поддельные королевские печати. Но... Откуда у тебя королевская печать, сын грязной суки? Что? Я украл печать? Да как ты смеешь оскорблять меня, собака? Ты считаешь, что печать поддельная? Это очевидно. На королевском указе должна стоять подпись Фольтеста. Где она, а? Геральт, защити меня от этой провокации! Король не обязан подписывать каждый указ. А печать настоящая. Ты лжешь, Девет. Я это докажу, и тебя вздернут. Ничего ты не докажешь. Сдавайся, и я оставлю тебя в живых. Не вмешивайся, ведьмак! Ни за что! Живым вам меня не взять, ублюдки! Я выслушаю... Ведьмак, пора уже показать всем, кто ты. Честный человек или трус? В чем дело, Девет? Этот мерзавец Талер отказывается подчиняться королевскому указу. Что за указ? Королевский указ, закрепленный печатью нашего милостивого короля Фольтеста о смещении Талера с должности. Властью, данной мне, etc., etc., Талер освобождается от должности главы Темирианской службы разведки. И Талер возражает. Не может быть. Да, и за это он лишится головы. Геральт, докажи, что ты настоящий патриот. Убей холопа. Ты же не веришь во всю эту чушь, правда? Этот указ — подделка. Этот продажный фанатик с крошечным пенисом и еще меньшим мозгом решил вытурить меня с работы. Заткнись, вшивый шпик. Ты предатель, и вздернут тебя как предателя. Геральт, доставь мне этого холопа. Не обязательно в целости. С удовольствием. Умри, сукин сын. Ты принял правильное решение, ведьмак. Я сделал то, что должен был сделать. К его же счастью, этого ублюдка следовало бы повесить. Ах да, ведьмак. Забудь обо всем, что здесь произошло. Что это? Нам всем от этого будет лучше. Это было правильное решение, но забудь о том, что здесь произошло.